Послушайте это. Что тут происходит? Звуки доносятся. Думаю, пойду-ка я посмотрю, что. Зачем ты ему отдаешь похламелу, Пася? Я не даю. Тёма, держись. Они на меня напали вдвоем. Ты попросил их, чтобы они тебе массаж сделали? Нет, я просто лег, чтобы они ковер не переворачивали. У меня же живот от смеха болит. Ай, боже, помогите. Артур, ты массаж делаешь? Папе. Ай. Ну, не знаю, как ты все это терпишь. Я картошку уже дочистила, ставлю. Ай, ай. Смешно с папой играть? Ай. Угу, круто. Смотрите, какой снег у нас идет сегодня. Вот это да, 24 апреля. Обалдеть, вот это да. Как тебе, Артур, снежок? Почти летом. Да. Нормально? Да, сказал. В общем, мы с Вовой прикалываемся, что сейчас как бы уже тепло должно быть, но видите, какая погода ужасная. Просто там, кстати, футбол гоняют. Вот. И вы знаете, что через 4 месяца уже осень, а тепла нету никакого. Ну, это вообще, конечно, печальная погода у нас. Хочется действительно тепленькой погодки, а желательно круглый год. Да. Футболисты, наверное, не ожидали снега, но они не уходят домой. Прикольно. Что? Артур. Ну, меньше стало будет. Арина решила тоже снег заснять. Я не снимаю, я просто не могу, чтобы не видеть. Мало, только что было больше, да. Заканчивается, видимо. Видимо, меня услышала вселенная. И сейчас снег прекратится, и будет сразу тепло и жарко. Чтобы мы на улицу вышли гулять, да? Да. Мы сидим дома уже 2 дня, ну, может, 3. Уже не помню, если честно, холодно. Холодно и неприятно, на улице нечего делать. Так, Тёмочка, ты как танк, как всегда, прёшь? Да. И никого не видишь, да? Дай Артурчику вылезти хоть. Многодетная мама. Нет, шутка. Хотела пошутить, но это нехорошая шутка. Ладно, стараюсь шутить о добром, потому что бывают такие шутки не очень хорошие, знаете, такие подколки злые. Лучше о таком, конечно, не думать. Вот. В общем, сейчас я спускаюсь вниз. Кое-что мне нужно отдать. Видите, мою сумку рыжую. Я ее, в общем, отдаю, потом даром я ее. Сейчас вот женщина будет у меня забирать, как раз спустилась. А вы видели, что я хожу с другой сумкой, которую себе пошила. Ну, вот это уже не хочется мне носить, поэтому пусть носят те, кому нравится. Вот, все, я ждала. Поеду. Нет, не поеду на лифте, пойду пешком. А то привычка, но мы живем на 5-м этаже, привычка. В принципе, я сейчас без коляски, почему бы не подняться пешочком? Хорошая зарядка для организма, кстати. В общем, пересматривали мы тут с Вовой на днях наше старое видео, наверное, 2-годичной давности. Оказывается, мы там делали зарядку, вы понимаете? Каждое утро, и Вова, я вспомнила, он делал зарядку, а сейчас что случилось? Получается, он сказал, что он просто не высыпается, вот реально, не высыпаемся, ни я, ни он, поясница у нас почему-то болит постоянно. Очень странное дело, почему? Потому что, наверное, детей носим часто, да? И Тёмочку часто носим на руках, и у меня раньше такого не было. Не болела у меня поясница, как сейчас, и Вова стал больше уделять времени каналу, засиживаться, и я тоже. Вы видите, что я шью по ночам, в общем. Сил нет на зарядку, но это очень надо. Ну, не то чтобы зарядка, вообще упражнение хотя бы. Слушайте, я запыхалась. Это что такое вообще? Я реально запыхалась. В общем, ну, по крайней мере, хотя бы 5 минут-то можно уделить своему телу, действительно. Совсем вот это вот лень, не лень, усталость.
Могу открыть дверь, ну. В общем, надо что-то делать и за собой следить, потому что моложе мы точно не становимся. Так, я не могу дверь открыть. У нас заедает тут непонятный какой-то замок странный. Ой, ты мой. Ладно, все, я пришла. Женщина очень довольна. Я там еще леггинсы кое-какие отдала. И комбинезон такой розовый у меня был. Я, наверное, вам не показывала. Но он мне разнравился немножко. Поэтому, ну что ему лежать? Ну вот отдала. Так что все довольны, счастливы. Да чего Тёма плачет? Чего Тёмочка плачет? Что за дела такие у нас? Что тут такое? Я пока с ним был, он был уже на стуле, на краю. И что? Ничего, просто снял. Что ты хотел, Тёмочка? Чего расстроился уже? Каждое забегание на кухню у нас превращается в залазение на стул. Тёмочка, что такое? Ты что, хочешь посуду помыть? Видите, как ребенок рвется. Подожди, дай подвину ближе. Рвется помыть посуду. Тёмочка, встань дальше немножко. Это ж не совсем безопасное дело, согласитесь. Так, на, вытирай, чтоб сухо было. Вот это я стирала. Надо одеть на стульчик. Ну и залончик здесь, чтобы мягко было. Да, нашим попкам, жопкам-попкам, чтобы было мягко. Препятствия, да, проходи. А я тут сверху надо переступать. Всем привет. Сегодня какое число вообще? А, 25 апреля, обычно у нас уже тепло. Но сегодня у нас только 6 градусов, это ужасно холодно. Но сегодня даже с утра еще снег шел. Вчера я вам снимала снег, огромный просто. Вот. Ну а сегодня, видите, снега нет, в принципе, дождя большого нет. И мы решили выйти на улицу, проветрить свои носики. А то засиделись мы уже дома, оделись немножко теплее, по крайней мере, я. Все, и солнышко мы любим, поэтому вышли погулять ненадолго. Так, привет, Артурчик. Что у тебя? Волосы выросли? Слишком длинные? Так надо подстричься. Или ты что слушаешь? Самолет летит? Звук? Да, гудит. А Тёмка у нас пошел заниматься. Он у него очень крепкие руки. Он может висеть на руках. Я не засекала, но прилично долго. Очень хорошо себя держит. Наверное, все малыши так умеют. Видимо. Но у Артурчика уже хватка менее цепкая, чем у Тёмки. Да? Носятся там. А, я сейчас покажу новые классные кеды у Тёмочки, которые мы выцепили. Классные. А, покажи свои адидасики. У него штаны спортивные адидас. И обувь. Она так качественно пошита. Обожаю качественные вещи, которые еще недорогие. В общем, адидасики суперские у него. Ну вот так, классно, солнышко светит. Прогуляемся. Так, у нас Арина. Модная у нас Арина или не модная? Вот если сделала себе подворот по колено, то конечно. По колено? Я не видела подворот. Тёмочка, куда песок несём? В этот раз не в мусорку? Не в мусорку? Ну, это хорошая новость. Это хорошая новость. Артур, не бросайся песком. Артур, у тебя уже щека в песке. Ты уже весь в песке. Почти. Дай. Вот носите сюда, да. А то не любители песок носить вот в эту мусорку. На эту площадку. Вот так вот сидим. Просто сидим, стоим, а детишки в основном любят либо... Не, ну не надо, зачем носить туда? Либо играть в песочек, либо лазить где-нибудь. Вот так вот. Или кушать. Еще когда голодный. Зачем? Чтобы найти, как нитку отсюда извлечь. А как вы это делали? А что? Я уже не помню. Забыла? Да, она показала один раз. Понятно. В общем, Арина сейчас на трудах проходит вышивание. Сказала, не нравится. Ну, да, кстати, я не тоже не люблю. А наоборот. Потому что тебе, потому что это не твое. Это не твое. Ладненько, будем сейчас помогать.